Так, полетели туда, куда не нужно. Так. Так. Вот сюда поехали. И... Спасибо. На пиццу нам хватит. Ну, летать я уже, ну, как сказать, надоело. Играть надоело. Ну, приходится. Если вам этот формат нравится, могу сделать его. Нормас. Давай выберем. Спасибо. Когда я приду потом вот сюда, чтобы я еще не видеть. О, спасибо, так много дропа. Мало. Давай посмотрим, что это. Давай выбрать. Интерьер. Не, ну дропа там много падает, да? Забирай товары всякие. Угу. Вау, чё? Сюда идём. Вау. Вот это круто. Ну так, дальше смотрим. Спасибо. А давай по... Не, у нас уже есть. Много сладкого нельзя. Не, где много сладкого, там много чего-то выпадает. Угу. Издевается, не и туда иду, значит. Я люблю сладкое. Даже если... не нужно сундук менять. Так, если мы сейчас не сделаем это проверку. Да, падает. Очень туда хочу. Ой. Нет! Именно так падает.
уже 17 полетов. Понимаешь, да, это можно с ума с... Понимаю. Спинда начала падать. Давай уже последний раз летаем. Когда исполнится в 30 лет, мы с радостью. С радостью еще сыграем, когда ему исполняться будет. Кстати, когда будет исполняться, за... Сейчас ты пожрешь. Да ты заткни. Тихо! Ой, что это? Это что? Смотри, новое. Офигеть. Нахива. Сейчас мы в магазин сходим. Вот это мы сходили. Давай еще пиццу возьмем. Роллы возьмем. Пиццу возьмем еще одну. Это... А еще нужно взять мороженое, но не вкусное, но не интересное, это тоже не интересное. Вот роллы можно купить, все. Так, что еще можно взять здесь? Ну, дальше ничего интересного нету, в общем, мы возвращаемся. Да позадумайся. Так, вот это. И вот это. Что будет? Так, пробовать, это у нас эксперт. Дурак. Так, вот это. Не, неинтересно что-то. Вот это. Тупые, что ли? Чему ты радовался? В общем, это ему не даем, ему чуть-чуть плохо стало. Иди, иди, иди. А так мне нравится интерьер. Предлагают засорить память. Весит немало. Так, а как отсюда выйти? Ладно, я возвращаюсь, я что-то хочу побрендерить. Вот, Сейчас будем кушать очень вкусную еду. Интересно. Получай, получай за то, что тебе это не понравилось. Я старался, так делал долго, а ты как свинья. Не обижаться еще не надо. Ты дурак! Ну вы свинья, реально. В общем, все у них ломается, в общем... Вообще-то не сочетается с этим, но... Не советую так делать. Вкусно, наверное. Здесь надо еще много чего сблендерить. Здесь он не сломать, уже надоело рекламу.
В общем, за наказание нужно. Получай еще. В общем, дом, мы не будем с ней очень... Ну, вкусно же было. Так. В общем, я наказал кое-кого. В общем, блендер мы починили, а вот не знаю, что теперь делать из него. Ну, вот перец болгарский и с клубникой это не сочетается, потому что он потом, ну, ему плохо там станет. Мы стошнить, но мы никогда не пробовали. Пиццы много взять. Пиццерию целую накопили. Целая пиццерия у нас в корзине. Вообще, что здесь интересного еще есть? Нет, клубника уже не интересна. Роллы. А ну, роллы можно взять. Пробовать. На. А он говорит, что вкусно. Ладно, Том. А у тебя там плохо становится после пиццы с клубникой. Все, мы больше ничего не будем блендерить. Это... В общем, фейковый. Что ты так сидишь? Играй давай, Юлсонсен. Вот, я вот и вот что я хочу поиграть. Мою любимую игру в Томе. Как я накопить хотя на самолетике для вас, чтобы полетать, повеселиться на самолетике, потому что я люблю блендерить еду. И минусы тоже есть блендер, что она легко ломается. В общем, поиграем 29 минут и сразу прикрепимся. О, халява. Пока. В общем, и грубая приставка. О, вот я здесь самый крутой просто. Мне некоторые, я вижу, что тоже хорошо блендерит. Блендерят. Хорошо блендерят. Я так понимаю, что король хорошо блендерит. И я лучше всех блендерю. Ну что, роллы с пиццей, это хорошее сочетание, да? Или нет? В общем, не важно. В общем, чтобы мне исполнилось много лет, это нужно вот так делать. За Томом ухаживать. Так, а мы сейчас попробуем сыграть ночную, потому что это не мой не моя тема на моем канале. И как я пролезу? Ты что, самого лучшего блендерщика хотела? Понятно. Халява была, халява пропала. В общем, у меня 22 тысячи уже. А, монет. И я иду к лову там, или куда, не знаю куда. Я не мисюсь. А как мне вообще вместиться? Может, как-то попробовать? Кубовицу труп невидимыми. Потому что я сейчас ничего не вижу, потому что палец загораживает, когда я через такие щели иду.
Бам-б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 ам. Кто больше, то быстрее врежется. Самый лучший блендерщик. Не, я пока хотел вина с грибы, с клубникой. Что будет? Я расскажу, Том будет свой язык тереть. Вот что будет. По секрету хочу сказать. Ничего смешного там нету, но... Ну, а есть. Приветик. Давай пропусти, пропусти дедушку. Молодец, пам. Из-за меня я... Ладно, на этом всем пока. Давай уже для прикола. А чё? Как? Скоро нам исполнится столько лет.